научному дарвинизму, человек и все иные существа подчинены неосознанному развитию. И в процессе изменения природы, пищевой базы, погоды и так далее, в дело вступает наследственность, изменчивость и естественный отбор. Наследственность и изменчивость у нас есть, а естественный отбор, этот природный закон, у людей отсутствует. Естественный отбор животных происходит по закону силы. От сильного передается генетик, делайте вывод. У людей, в отличие от животных, пару мужчина-женщина связывает не принцип силы, а принцип притяжения. Это сексуальное желание, где эмоциональный фон является очень важным. Мысль о благополучии потомства даже не возникает. Давайте представим себе, что у этой пары какие-то одинаковые заболевания. Как вы думаете, заболевания усилятся у потомства или исчезнут? Нужно научно размышлять, детки от такой пары будут слабеть. Как следствие, если что-то слабое начинает усиливаться в человеке, то организм, сопротивляясь, ищет подпитку для себя. А откуда ее взять, если не из других органов? И снова новые пары сходятся, и слабости перерастают в наследственность. Сегодня фармацевтика процветает и стала нераздельной с учением о морали. Через ТВ и другие СМИ пропагандируется идея «рожайте». А то, что дети могут быть ослабленными и потребуется уход, а это капитал, а это деньги, личное время. А время – это жизнь. Так как люди не животные и не придерживаются принципа силы, то отбор их диктуется увлеченностью, притяжением, любовью. Любовь для нас – самое важное. Любовь и вера неразделимы. Любовь и вера, в свою очередь, неотделима от надежности. Эмоциональное, интеллектуальное и физическое проникновение пары друг в друга очень важно для людей, потому мы и люди. Здоровое потомство – это радость жизни, а если потомство слабое – это испытание жизни. Испытания бывают разные. Молодые люди могут сломаться, потому что для них жизнь – это все-таки радость. Как обезопасить свою будущую жизнь в паре? Мы цивилизованные люди, и поступать нужно цивилизованно, разумно, и не стесняться прагматизма, ведь речь идет о детях. И это ваша ответственность, а не их, которые еще даже не пришли в этот мир. Цивилизованно проходите хорошее медицинское обследование. Это стоит недешево, но на будущее сэкономите время и деньги, значит и жизнь. Так вы создадите прибыль, и эту прибыль вы уже можете вложить в будущее потомство. Когда медицинские карты у вас будут на руках, нужно, чтобы профессионал-медик, разбирающийся в этой теме, мог правильно проанализировать и сказать, что кому в паре нужно подтянуть в организме и как это сделать, чтобы выйти на максимально безопасный уровень, чтобы потомство было здоровым. Сознательная видовая эволюция – такого учения никогда не было, и мыслей таких никогда не было. Этот текст направлен на молодых. Сознательная видовая эволюция – это абсолютно новое учение. И отнеситесь к нему предельно серьезно, хотя бы на уровне своего потомства. Проявите хоть немного ответственности. Ваше здоровье – это здоровье ваших потомков. И вы должны научиться отслеживать свое здоровье с молодым.